Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем трек. Отпустил все, что было и все, что постиг. Не нужно плакать, читая, грустить. Жизнь она тянет свой сплит, не уходи. Я опасался невидимых демонов, выбил стену, кулак забитый в угол бездейственно. В моем теле гулаг охолодил от своего поведения в жизни. Ребят, во-первых, хочу сказать вам большое спасибо за гитару. Классно, за гитару, ребят. Я очень люблю гитары, ребят. Очень нравится. Мне шикарно. Очень красивые голоса, ребят. Шикарно исполняете. Красивый тембр. Начало трека такой. Та-да-да. Красиво звучит. Под гитару. И голос такой. Та-да-да-да. Молодцы, ребятки. Голоса шикарно звучат. Умницы. Умницы. Все талантливо. Такой очень лиричный трек, да, кажется. Да, красивый. Знаете, драматичный. Как-то вот хочется вас слушать, ребят. Mm-hmm. Вот приятно. Классно, да. Красиво. Такую нежность, такая вот романтичность, да, вот начало. Искренность. Да, чувствуется искренность, ребят. Это самое когда главное. Когда есть гитара, и когда есть такое живое исполнение, да, где да, в голосах нет обработки, да, и когда свои голоса да, звучат. Искренне, это всегда ребятки, искренне очень. Молодцы, друзья. Красиво. Прям шикарно. Продолжаем, друзья. И оправдание, что придумал, не тянут на правду, как лишнее. Весь тот пиздёж, что наделан, уже данная хуйня. Я видел образ в зеркале, мертвала меня. Демону нужна подпитка от координатов, ага. Остановись, это не ты, это даже не я. Я становлюсь сильнее, прочь. Демоны то, что сеет зло. Я выбрал другой путь, стал сильнее. Я стал сильнее. Отпусти все, что было и все, что постиг. Не нужно плакать, читая, грустить. Вся эта жизнь... Ребятки, супер, молодцы, ребят, шикарно исполняете. Два голоса, ребятушки. Очень сильная, да, сильная, интересная. Мощно. Знаете, ребят, энергетически мощно. Энергия такая, ребят, и все правдиво. Вот хочется слушать, ребятки. Поехали. Тянет свой сплит, не уходи, отпусти. Все, что было и все, что постиг. Не нужно плакать, читая, грустить. За это жизнь она тянет сплит. Надолго не значит навсегда, но себя тяжело искать, и так уже устал. Отправлял с пометкой, очень крупкой не бросал. День сутка, добра, бода, репу, передоз. Поменял на работу, дом, любовь, на симбиоз. Так хотел доказать себе и остальным, нового не получилось, старое превратилось в дым. Просто привет, мне столько лет, что вместо клуба теперь лазарет. Я скажу, что выключали мне бывшая мама, сестра, ударник и мент. На этом все, я за привет, свобода слова, точно билет. Но я на рейс опоздаю, сделаю вид, что нас как будто и нет. Счетчик капает, не видать креста на колени. Нам друг друга не стоит держать, бежать прочь. Отпусти, забыли, отпусти, забыли. Мы теперь начинаем дышать. Мы теперь начинаем дышать. Мы теперь начинаем дышать. Мы теперь начинаем дышать. Дышать. Отпусти все, что было и все, что постиг. Не нужно плакать, читая, грустить. За это жизнь она тянет свой сплит. Не уходи. Ребят, я, знаете, что вам скажу? Я вот ваш фанат. Я, ребят, реально ваш фанат. Вы молодцы, ребятки. Мне очень нравится, когда звучит гитара. Мне очень нравится, ребят. И звучат красивые два голоса, ребят. Я это, кстати, ваш. Большая редкость, когда сейчас современные треки практически всегда есть в голосе обработка. Здесь голоса живые. Голоса это живые. Было, грубо говоря, ну, даже если вот так говорить честно, это было живое исполнение. Да. Да? Да. Это было живое выступление сейчас, на самом деле. Потому что это большая редкость, чтобы в голосе не было какой-то обработки. Да. Классно. И, знаешь, и очень интересный текст.
Очень интересный текст, ребятки, молодцы, все грамотно сделали, очень интересный текст написали. Вы знаете, вас хочется слушать и слушать вашу историю, ребят. Молодцы, ребят, вот 10 из 10 я вам ставлю. Вы знаете, ребят, я ваш фанат. Классно, я красиво, красиво. Я теперь буду ждать ваши треки. Мне все понравилось, ребят. Вот все, ребят, я танцевала с удовольствием. Я пыталась подпеть, но я знаю, что нельзя, но я хотела. Не хотела немножко мешать артистам, да, при ребят, прослушивании, да. Супер все сделали. Красиво очень. Профессионально, очень правдиво, очень качественно, ребятки. И по-настоящему. И по-настоящему, друзья. Здесь не было каких-то, знаешь, электронных обработок, да? Когда там все обработано, и когда тут живая музыка, была живая музыка. Да, это ребята, круто, молодцы, это круто. Молодцы. Это большая редкость. Это, знаете, как будто вот сидим мы на концерте, слушаем живое, живое такое, да? Ребятушки, молодцы, пишите, не останавливайтесь. Я жду ваших треков, ребятки, я ваш фанат. Ну что, друзья, пока, мои хорошенькие.